Не знаю, колючки мне нравятся. Они их очень так это неплохо задерживают. Да, и как раз то, о чем Марч говорит, то есть они держат, то есть ты стреляешь. Ой, блин. Я могу СМГ взять, если что. Давай СМГ. Я вот это возьму. Там, ребята, сейчас у вас один миномет стоит. Ребята, а там дробовичка другого нету? Не. Блин, жалко. Я бы его тоже покачал. Или карабин взять. Или там уже ничего нету. Что-то там есть. Там уже ничего нету. Да, тут уже взяли все. Винтовку возьму. Я ее, по-моему, вообще... Ну, дробовик у меня точно уже прокачался. За сегодня. За столько волн. Для следующего. У меня, кстати, интересно, короче, да, я этот... вот из-за того, что я вылетал, мне каждый раз давали голду, короче, за тот прогресс, что я успел пройти. И у меня был автомат Bullpup, и он у меня каждый раз, короче, чуть-чуть прокачивался. И я вот именно... Вот, очень часто вот в этом в этой обороне именно так бывает, что ты как бы ствол прокачиваешь, и ты его перекачиваешь, условно говоря, и, а он же сразу следующий уровень-то не берет, он ну, берет да. Ровно там типа, да. А я, получается, прокачал автомат Bullpup, пошел, купил его улучшение, зашел к вам обратно, он еще раз его прокачал, взял улучшенный, опять вылетел его, получается, прокачал до конца. Выбрал другое оружие на старте за этот класс. Я, кстати, опять отрубился. А, Танька, не приглашение. Ой, Кирилл, Кирилл. Не хочешь ты, не хочешь ты играть. Ну, похоже, да. Нет. Отпустите меня, я их боюсь. Возьми чудес линии. Ухожу. Хорошо, хорошо, ушел. Зачем кричать-то? Фу ты, блин. По-моему, скоро сольемся. Ты не хочешь стоим. Блин, вот этот отряд именно из четырех пехотинцев, если вот их самих прикрывать, они, в общем-то, довольно. Сами как довольно-таки неплохие турельки получаются. Да, да. Это так. Не сказать, что они что-то уж прям решают сильно. А, блин, толпа бежит, толпа, толпа. Я отжигаю. Ну, нормально. Так, во-первых, экипировка, снаряжение. Блин, у меня вообще трэш. Они тут спокойно ходят через танины мины. Ворота у меня от них не этот. Кстати, а у меня тоже нету? Значка ворот нету. У меня. Ну а чьи тут мины, я не знаю, то есть только у ворот типа мины. Ну короче, это у меня глюки все связаны с интернетом, да, похоже? Наверное. Ай, в смысле? А, сюда турельку. Нет уж. Ну, а, кстати, нас же сейчас все, мы можем в здание терминала перейти. Двое на двое пошли. Очень эффективно же получается. Ну, идем, что ли, нет? Ну, пойдем. А, надо... а смысл есть какой-то в этом? Да нет, давайте здесь уж. Ну, что-то, да, 17-я волна, в общем-то, а что-то... Ну, ладно. Не, ну просто здание терминала, когда реально там двое на двое стоишь, прям, это мне понравилось, это очень круто получается. И в ангаре тоже хорошо можно сказать. Ну, еще раз говорю, я в ангаре не очень понимаю, как вот с боков, когда они обходят, а они иногда с боков обходят, я не понимаю, как их сдержать.
они ведь начинают игнорить уже игроков и бегут напрямую к ангару. То есть как сдержать хер знает. Может, мне, конечно, тоже стоит с какими-то там топовыми этими на рандоме, чтобы пройтись, чтобы посмотреть. С топовыми на рандоме это... Обычные люди были никакими топовыми. Начнем с того, что это наверняка были 15-летние монстры, которые сидят на карантине и задрачиваются целыми днями в эту игру. Это страшные люди, Марыч. Они нас моложе раза в три. Понимаешь? Понимаю. Ты себя вспомни в этом возрасте. Девка. Не ори. Ё-моё. Какую-то я игру играл, короче. И я не то ли Warface, то ли что-то подобное, короче. И там чувак таким тонким голосом пытался раздавать приказы, прям вообще. Может, это перевод такой кривой был? Нет, это командная онлайн игра была. А, в смысле, этот живой человек, да? Да, мелкий, прям ляпали. И опять отрубился. Такой прям вот, ну, явно, я не знаю, я не уверен, что он там младшую школу закончил. Прям вот серьезно. Ну чё? А там поехал, блядь, ты что ли? Чё? Guts of Line, ну, я не знаю. Чего ты говоришь? Периодически я нахожу ящики с этими, с деньгами, с валютой. Да это я. Это я кировский. Отваливаюсь постоянно. Это твой пиок, что ли? Это мой интернет. Это его перк, да? Забавный перк, кстати. Тот там лёг. Я отваливаюсь и... оставляете деньгами. Ой, а как так-то? Я не знаю, попробуем, наверное, один раз миссию в компании пройти, но скорее всего ничего не выйдет. А, не будем компанию проходить? А у тебя же вроде какой-то крутой интернет был, то влак, ну и все такое. Я не знаю, что с этим, у меня-то нормально, то есть это именно за зомби. То есть так у меня никаких проблем со скачкой нету, ничего. Сам инет у меня не отваливается. У меня чисто зомби отваливаются с этим. Типа, теряет соединение. Почему так, я не знаю. Чего? Да, ясно. Тебя плохо слышно, Тань. Я вообще Тань не слышу. Таня говорит. Вообще Таню не слышно. Таня, ты нас слышишь? Так вот. Нет, у нас нормальный, но что-то зомби сегодня с инетом не дружит. С нашим. Не знаю почему. Да, карабин у меня вообще ни о чем. Когда на обычного зомби приходится тратить, блин, две пули вместо одной, это откровенный перебор. Я как-то привык с дробовика, знаешь ли. Это перебор, друзья. Это мавитон. Его прокачать надо. Он прокачанный, прикольный. У меня был на том вот до того, как у меня все пропало. У меня он был вкачанный, и он такой прикольный. Так, здесь смысла ставить решетку нет, тут она не прикрыта. Здесь тоже. Сюда что ли воткнуть? Здесь тоже. Твою налево. Куда ее поставить-то? Давайте сюда. Кстати, можно еще также на 4 пупках поиграть. Вот в это я точно играть не буду. Пуп мобайл. Почему? Мне не нравится. Не знаю, что ты там. Ага, нет. Нет, чё? Чё нет? Ты, Марыч, тоже резко негативно к этому относишься, что ли? Нет, зачем? Я пробовал, но просто, не знаю, мне не очень понравилось. Не, мобайл халявный, а этот как его? Я именно с телефона. Нет, зачем мне с телефона? Там мы скачивали эмулятор компьютера, поэтому в итоге играть удобно, нормально. Клава, мышка и все такое.
И она не требовательна графике. Зуб даже на ней играл. Пуп Мобайл вполне нормально. И в то же время, ну, пуп-пуп. Прикольненько было, не знаю. Я тоже в этот мобайл играл. У меня тоже в свое время то ли этот светлый, то ли зуб подтянул, так сказать, на это дело. Зуб, ну а зуб тоже потянул, короче. Вот. А, и светлый. Ну, у светлого большой куб есть, не мобайл, по-моему. Светлого. Короче, есть он. Вот, ну, не знаю, а что не зашло. Почему? По-моему, прикольненько, так же даже бегаешь. Ну, у меня не зашло еще потому, что у меня, скажем так, на тот момент компьютер был плохой, и мне было тяжеловато. Я и так не шибко-то хорош в таких играх. А когда еще и система подтормаживает. Ну вот для мобайла там вообще же прям нетребовательно. Кирилл, я играл на старом своем компьютере. На совсем старом. Он у тебя был хуже мобильников, на которые рассчитана эта игра. Кирилл, ты современные мобильники-то видел? Ну да, но... держал даже иногда в руках. Ну, вот. А что тогда глупый вопрос задаешь? Я, по-моему, сейчас опять отвалюсь. Не хочешь ты играть. Да, похоже, не сегодня вообще. Прям просто... Ладно, хоть я не вообще вываливаюсь на винду, это прям вообще отлично. У меня хоть какая-то прокачка идет, прогресс. Вот это прям вообще прям офигенно. Кто-нибудь там поворотом был? Сделайте что-нибудь. Ну уже все, это всего лишь один пошел, и ты меня взойдил. Смешно, конечно. Слишком близко эти мины, видимо, ставить смысла особого нет. Ты, Марич, за кого играешь сейчас? Блин, я за медика. Но я вот был. Ну я и за фиксио могу, то есть. Вот у меня было два фиксио в команде и один медик, и это было отлично. Там фиксеры патроны раздают, да? Ну, все уже, как... все. Таня, зови. Или что? Пригласи меня опять. Пожалуйста, в игру. Вау. Да блин, ты что встал-то? Да дай пройти, ядрить ты его в корень. Еще один обратил тебя в нашу стоилку. Печально. Где-то скримишь? Вон наверху, зараза. А. Блин, я в него попасть не могу. Тебя не слышно, Тань, вообще? А вы сняли, нет? Да вроде да. Да, сняли. Да уж. Блин, я не знаю, Таня, что ты делаешь, ты же сидел где-нибудь в отдельной квартире, как мы раньше играли. Ты болтаешь, тебя просто все игнорят. Причем ты-то всех слышишь, короче, то есть вроде типа все норм. Э, а какого? Помогите, вот откуда-то зомби взялся. Зашибись вообще. Подбежал не пойми откуда. Подбежал и съел. О, аптечку нашел. Моя аптечка, вообще-то говоря. Ладно, что ты завелся? Я, тут я героически отключился от интернета. Где аптечка халявная? А, все. Валюты мне не дали. Я не могу ничего купить. Блин, мне бы третье оружие найти и ебал. У тебя второй, что ли? Ну, в смысле, это на троечку. Как... Я уничтожаю тяжелое. Просто. Да, тяжелое. Я хожу и уничтожаю, кстати, оружие. Потому что я несколько раз подбираю оружие третьего тира, и оно не остается на моем месте, представляешь? Ты тогда его не поднимай, ты его не отдай. Действительно.
Так вот. Я про вот это, да. Так вот, вот кто нас оставляет без пушек. Возможно. О май гад, Бейкер, помогите. Нету. Чем мог? Ой, время. Сейчас нас сметут, скорее всего, на этой волне. 19? Да нет, 22 может быть. 23 здесь будет. Ну? Не знаю, вы периодически играете втроем просто. Я его прям прокинул, видели? Или только у меня? Я в ту сторону не смотрел, так что не подтвердить, не опровергнуть. Ой, блин, зараза. Все-таки ударили разок. Если будет возможность, попробуйте меня поднять. Марыч, медик. А, ой, я сам встал. Это я тебе вколол. Встал, сам он встал. Окей, я сам встал при помощи Марыча. Я могу ходить. Под себя. Чем ты болел, да? За нас пробовал. Блять, опять отрубился. Не, ребят, короче, с доигрываем кое-как оборону и все, наверное. Я просто постоянно отрубаюсь. Причем интернет, я уже говорил, Тань, кинь приглашение, пожалуйста. А че еще Таня молчит, вот мне интересно. Да у Тани просто микрофон какая-то хрень. Выкинул, а, телефон что ли? Фига ты, Марыч, задрот, ты 180-й левел уже. Я ничего особенного не делал, я просто вот повозил за водой. По оборону, что ли, чисто задрачивал? Ну, да. Ну, но оборону, да, быстро прокачивает. Не, я не знаю, я как-то этот... Я вообще в зомби без никого не захожу. Один я там, по-моему, ни разу не играл. А у меня больше ничего нет, у тебя там удовлетворяется и так далее. Ага. Ну, с ноутом, да, сложнее. Это я, короче, недавно кончалось место на русском диске. Пошел, докупил еще. Не удалять же игры, число. Ну да. А ты что купил, игры или жесткий диск? Жесткий диск. Не, на самом деле мне нужен был SSD для игр, чтобы этот... Зажрался. Чтобы киберпанк не тормозил, короче. Я специально взял SSD-шник отдельно для игр. Ой, киберпанк, господи, какие. Да. Как же все печально стало, что вся планета ждет одну, сука, игру. Одну, ребята. Не-не-не, и эту одну игру ждут только потому, что предыдущая была настолько нереально крута. Какая это? Ведьмак третий? Да. У этих ребят кризис. Что ли? Да. А? Да. От них же. От них же? Да. Да-да-да. Вау. Собственно, у этих ребят такой кредит доверия, что они сейчас могут голышом на крыше собственного дома перелисать на видео. Никто ничего не скажет. Будет очень обидно, если в итоге они его не оправдают, но если оправдают, прям вот я говорю... Кир, вот с таким уровнем ожидания они его не оправдают. Ну, не получится. Да, слишком. Я тоже так думаю. Слишком завышена планка, да. Тут уже... Завышена. Это как с Half-Life, понимаешь, в свое время, когда второй он тоже не так это, скажем так, не сразу зашел. Тоже там. Нет, знаешь, я, кстати, опять-таки скажу, что вот на самом деле львиная доля успеха Ведьмака 3-го это все-таки было то, что этот, книга. И вот я получил просто кучу удовольствия с 3-го Ведьмака, потому что я до этого прочитал книгу. Я вот не уверен, что так же зашел бы, и он так же заходил тем, кто не читал книгу. Но он, в принципе, вот, не, ну 3-й Ведьмак, он был хорошо проработан, ты уже зря так. Нет, он был отлично проработан, отличная игра, прям, но... Я читал много отзывов, что ну типа, ну, игра норм, да, но как бы что в ней такого крутого.
прям вот эпичного. Для меня это на самом деле до сих пор игра просто номер один. За 10-е годы ничего круче не делали, на мой взгляд. А я в нее даже не играл еще. Вот, и... Я тоже. Но просто, вот я не знаю, просто реально, я лучшие игры еще не играл. Вот. В любом случае, там, понятно, не считая героев третьих, но вот в 10-х годах лучшую игру еще не сделали. 10-е годы кончились уже, а это, на мой взгляд, игра номер один. Но, опять-таки, я понимаю, что это лично для меня, и во многом потому, что я читал книгу. Потому что там столько фан-сервиса книжного и столько этого всего. Причем я еще играл во все три игры до этого, то есть первого Ведьмака, второго и только потом третьего. И вот все это суммарно получилось очень круто. Вот. А если играть чисто в третьего Ведьмака, не играя, не читая ни книгу, не играя до этого предыдущего... Блин, у меня нету этого коктейля Молотова. Я не уверен, что будет так же круто, так же людям зайдет. Остальные просто скажут, что ну норм игра, игра классная. Просто классная игра, короче, все. Согласен, может быть. Поэтому я иду, да, тоже, не то что боюсь, но вот возможно, да, Киберпанк мне так не зайдет, как Ведьмак 3. Просто потому, что он же тоже основан на вселенной настольных игр. Там какой-то RPG, этот настольных RPG-шек. И в эту мы не играли. У меня не достают кто. Вот такие дела. Вы бы поставили тут кто-нибудь пулемет стационарный на тележке? Все же нереально иначе. Денег нету, ё-моё. Уже поздно, я думаю. Да. Ни денег нет, ни хрена, блин. Швырнуть даже туда нечего, блин. Да. Ну это все Кир виноват. Выходил, заходил, я приду, я выйду, блин, туда-сюда. Да. Ну все равно, Марыч, я вот не знаю, почему мне вот недоступна акция компании CD Projekt. Но вот если были доступны, я бы сейчас закупился по максимуму. Потому что как бы то ни было, игру-то уже купили, предзаказали. И прям я уверен, что у них такой финансовый плюс будет. Кстати, хотите поржать из мира игр, так сказать, новость? Некоторые предзаказавшие игру уже ее получили. Хотя только 10-го начнется продажа. А ее получили те, кто этот... Диски заказал. Нет, да, кто коллекционку заказал. Не только. Есть фотки и обычных дисков. То есть, причем там чувак прям, ну как бы показал, продемонстрировал, что на диске даже осталась эта наклейка, типа, что не продавать там до какого-то числа, грубо говоря. То есть вообще там косяк какой-то у них капитальный случился с продажей. А, так, качнул. Ну, дробовичок без вариантов качнул. Даже обсуждать ничего. О, кто выпал? Таня отрубилась. Ну, да. Ну да, логично, а что? Расходимся, я тоже... как-то весь этот. Ну ладно тогда, что, всем счастливо, спасибо за игру. Да, давайте, прикольно поиграли, но этот, мне что-то прям не прет вот в этот раз. Ладно, давайте. Таня тоже вырубает, короче. Давайте. Пока. Всем пока. Давайте. Так. Я пока почитаю, что тут есть. Значит, мины Клеймор срабатывают только, если в зону взрыва попадает не менее 5 целей. Вот это, кстати, тема. Мины Клеймор при подрыве поджигает окружающую область. Начните игру с Клеймора. Вероятность 20% восстановить использованный оборонительный комплект. Ну, такое себе. Давайте вот это попробуем. 5 целей, это то есть как раз на толпу. Второе дыхание, вместо потери боеспособности, восстановите 25% здоровья и продолжите бой. Убив 15 зомби подряд за короткое время, получите временное здоровье. Ну, нет. Убив 15 зомби подряд за короткое время, вы получите эффект маскировки на 3 секунды. Ну, это... Ну, такое себе. Нет. Я думаю, вот это все-таки. Да. Надо зомби. Временное здоровье — это фигня. Маскировка.
Не знаю, что-то такое себе. Давайте вот это попробуем. Так, и как в кино 2. Вы и ваши союзники получаете на 50% меньше урона от использования вами взрывчатки и огня. Слушай, это тема. А я вот так и не понял, эти штуки надо выбирать или нет? Они вроде как по умолчанию работают, да? Видимо, да. Видимо, да. Так, ну и оружие. Конечно же, оружие. Конечно же, оружие. Винтовочка. Давайте смотреть. У нас есть... Ага. У нас есть точность, убойность и контроль. А, магазин на 10 патрон больше. Вон, что, я себе копонить не могу. Ну, это все ниже. Ага, 4. А тут точности 8, тут 6. Ну, на 10 патрон больше, да? Хм. Ну, точность штука хорошая так-то. Давайте мы вот эту все-таки возьмем. Угу. То есть тут плюс. Плюс патроны и плюс контроль. Чуть-чуть. Блин, нет, ладно, мне вот это больше нравится. Так, ну и дробовичок, конечно же. Дробовичок замечательный. Так, ох, убойность. Ох, красавчик, вы красавчик. И убойность, и точность, и контроль. Так, скорострельность. На, глушитель еще появится. Ну да, то есть добавляется точность, это хорошо, на единичку, контроль единичка и убойность. Ну, убойность до упора. Берем. Дробовики мне, в принципе, здесь нравятся. Так, ну здесь... Ну да, тут больше. А это за что покупается? А, доп-контент. Ну ладно, окей. Так, и давайте, знаете что? Раз уж пошла такая пьянка, мы заодно... так... Вот персонажи. Давайте вот то, что у меня есть. Собственно, это вот товарищ Энджел Флорес. Энджел считался одним из основных участников банды «Латинские короли». Но это тайная жизнь. Для всех он был простым рабочим в городском метро. Когда разразилась эпидемия, он один из всей группировки выбрал сражение вместо бегства. Возможно, именно поэтому он все еще жив. И посмотрим его видео. Глянем его, так сказать. Мне дали эту жизнь, не спросив. В этой жизни я страдал и собирал камни. Я мог бы сказать, что жизнь не нужна мне, что я пытался бежать. Но мне больше незачем лгать. Да уж, действительно. Жизнь — это единственная причина, по которой я еще здесь. Ну да, действительно. Черт, красиво. Ладно, ладно. Мне понравилось. В следующий раз посмотрим вот этого товарища, но в следующий раз. А пока что, народ, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Если подписались, обязательно прожимайте колокольчик, это очень важно. Делитесь этим видео в соцсетях, друзьям, о нем рассказывайте. Ссылка на плейлист и на поддержку канала, как обычно, в описании под видео. Всех, кто же до сюда досмотрел, обнимаю. Парни хлопаю по плечу, девушек чмокаю в щечку. Ну и за всем все. Всем счастливо. World War Z Forever. Увидимся в следующей серии.